Всем привет! Я начинаю новую рубрику на своем канале. Называется «Челленджи от подписчиков». Об этом я писал в своем сообществе, и один подписчик уже предложил мне челлендж. Называется «Nuclear Tears». Он мне сказал, на каком персонаже играть, но я выберу, пожалуй, Айзека. Так, что для этого челленджа надо? О, у меня все сохранилось. Надо 3. Ну, чтобы shot speed был 3. Я бы это уже посчитал. И надо, получается, 14. Надо, получается, 14 shot speed-апов. А, ну вот, видимо, один остался. Ну да ладно. 3.25 будет. Также надо Mysterious. Короче, вот эта штука. И Toxic Shock. Все, весь сетап готов. Можем начинать. Цель до Айзека. Так, ну сказано только до Айзека. Поэтому... Знаете, как я придумал? Чё? Поэтому... Мы возьмем с вами негатив, чтобы после Айзека ничего не было. Так. Блин, с этим шотспидом неудобно попадать. Я, кажется, уже понял отсылку, к чему этот челлендж. Это... Ох, какая комната. Это отсылка к Nuclear Throne. Я раньше стримил эту игру. Если хотите, чтобы я стримил дальше, то напишите об этом в комментариях. И... Ой. И где лучше стримить? На Твиче или на Ютубе? Потому что у меня... Просто у меня есть Твич. Блин, как же с этим шотспидом неудобно играть. Ладно, челлендж есть челлендж. Я думаю... А где? А в золотую я не пошел. Я думаю, лучше в золотые не будем ходить. Потому что это как-никак челлендж. Челленджах обычно золотых нету. Так. И вы можете в комментариях предлагать еще свои идеи к челленджам. То есть, как эти... Ой. Как оформлять, я уже написал. В сообществе. Вот. Так что предлагайте. Самое интересное я буду делать. Блин, бесячий босс. Бабос. Тише, тише. Два уже умирай, а. Надоел. Так я сейчас сдохну. О! Спасибо за ХП. Я надеюсь, меня нормально слышно. Так, планетарий. Ну, планетарий, я думаю, пойдем или не пойдем. Ну, раз уж есть, то ну, давайте сходим. Попадется, сходим. Вы ж предлагаете... Это. Какие правила в челлендже будут? Можете, например, просто челлендж на Айзеке там каком-нибудь и попробовать без предметов вообще. Я попробую, конечно. Но не факт, что у меня получится. Но. Предложите там челлендж какой-нибудь. Дойди до делириума без предметов. Я вообще в шоке буду. Если получится. Так, спасибо за ХП. Ой, как они все хорошо умерли. Дружно. Ну,
Но мне Toxic Shock за меня всю игру делает. Ай! Зачем я это взял? Шот спит еще больше стал. Ладно, бегать буду быстро. Чё, пойдем это сюда? Я не хочу. А вот и планетарий. Блин. Что это такое? Это... Я не хочу это. Хотя... Ё-моё! Вот это... Прям перед дверью бомба заспавнилась. Вот это вертушечка. Вот это да. Ну-ка давай. Малыха, крутись. Надо. Ё-моё. Прям вообще все хорошо идет. Так, босса нету, значит пойдем в ту сторону. Ален. Не заметил. Вроде и хорошо, что я взял этот предмет. Он помогает. Вроде и плохо. Мешает. А, значит, не тут босс. А где? Ладно. А, ну он только там. Это хорошая, наверное, карта. Ё-моё! Вот эта комната. Блин, она не ломает какашки, точно. Сатурн же понерфили немного. Вот эта комната. Вот это дары. Я прям вообще... Выбалдуя. О! Это можно взять. Да все можно взять. У меня же денег много. Все. Оп, оп. Это мне не надо. Да ты надоел. Все. Здорово. Ты там не прыгай. Так, ну у меня... Чего это такое? Это от этого? Это от этих... От этих его... Как его? Огоньков? Прикольно. Ё-моё. Вот это ты, малыха, крутишься, конечно. Так. А. Я подумал, только один враг тут. Капец. Это уже вообще другой челлендж получается.
Давай, бомб, много и ключей тоже. А вот и магазин. Серьезно? А, ну, конечно, ну, конечно. Кто же еще? Так. Мне эта карта больше не надо, у меня вот это есть. Хотелось бы этот... А, не, я ж по золотым не хожу. Тогда он мне не нужен. Этот тринкет. Что ты там застрял? Ну, все. Так, это, ну, можно взять это терза, что-то спит. Это я потрогаю. А, я могу сейчас два предмета сразу ангельских. Блин, я опять забыл. Когда он стреляет в это самое? Тише, тише. Все, когда он... Нет, я просмотрел. Все, когда он это самое, руки, это, крыльями закрывается, тогда он вот так вот стреляет. А когда он, у него руки видны, тогда это самое. Тогда крестиком. Давай-ка ты сдохни. Так, надо его привести вот сюда. Сюда иди. Да, молодец, молодец, молодец. Блин. Ладно, ничего страшного. Так. Ну, нормальные предметы. Урон лишним никогда не будет. Ё-моё. Ну, малыха знатно крутится. Давай, высовывайся. Минус один. Он сквозь него проходил, или мне показалось? Так, ну пойдем. Бесплатно. Нет, я не хочу его брать. У меня будет 9 жизней, но у меня будет 1 хп. Вот тут, наверное, секретка. Нет. Да, вот тут. Шо, есть будешь? Сейчас я посмотрю, будет ли тут. А денег нету. Только вот с этого, если выпадет. Нет. Ну давай, ладно, на, поешь. У меня денег много. Тут камень еще. Ну... Ну, не. Ну, это... Хотя... Можно взять ли тоже лимонад. Че это такое? Блин, второй ключ тоже потратил. Чего? Нормально так. Ой, мне б теперь... Мне бы... Так, в золотую не идем. Мне бы теперь этого... Демона попрошайку, и все нормально будет.
Все будет зашибок. Я, знаете, мне этот, я думаю, мне этот лимонад не нужен. Пойду обратно свой кубик заберу. И ключей у меня много, поэтому я могу его заролить тоже. Вот зачем мне ключи. Чё? С этого, с... Как это называется? Ну, с вот этой вот штуки выпала монетка. Золотая монетка. Я знаю, конечно же, что монетки с этого замочка падают. Но золотая монета? Это я впервые такое вижу. Ну, потрогаем. Зачем я применил? Неважно. Так, что тут? О, это неплохо. А, блин, точно, у меня аж нету этой карты. Я же ее выложил. Карта выхода из тюрьмы. Так, что ты мне дашь? Скорострельница. Ну, это хорошо. А, еще волна? Только, в смысле, а сколько волн я уже прошел? Так, не сюда. Ну, я вообще в шоке. Так. Ну, давай. Так, стена. Оп, не тут. Наверное, тут. Нет. А, вот почему не здесь. Ё-моё. А, они все об лужу сдохли. Лошара. Так, идем в магазин. И тут тоже жадность. Ну, конечно, но... Кто бы мог подумать? Какой это магазин был? Ну, как минимум... Блин, ключ заряженный был. Как минимум еще один магазин у меня будет. А, я дебил, я секретку уже нашел. Окей. Среагировал. Ну-ка, давай сзади буду стоять. Не люблю этого чечела. Давай-ка вот так вот сделаем. О. Сразу три камня взорвалось. Блин. Блин. Что, откроется? Дьявольская, ну... Ну... Не, не хочу. Не хочу. Это мне не надо. Так. Вот
Хорошо, что я Сатурн взяла. Прям отлично. Давай, где ты? Вон она. Опять костяная. А как понять, костяная будет или обычная? Так, вот здесь обычная будет. Четыре даже обычных. Так, сколько время? Но... Так. Если я успею, конечно. Я вряд ли успею. Что тут? Берем бесплатно. Вот это мне не надо. Все. Давай деньги потратим, чтобы увеличить шанс на сделку. Увеличить шанс на ангельскую сделку. Блин, думал, умрет. Да блин. Кто тут? Они даже высунуться не успевают, я их убиваю. Да, я на босс раш успел. Ну? Падла. Забайтила меня. Ну! Тварь. Ну, я хочу на быстраж попасть. Давай, быстрее. Ну. Ну. Вот когда я на ласте играю, ты вот всегда фигачишь по мне ногами. А сейчас... Так, берем негатив. Что тут? О, это хорошо. Это хоро... Ладно, неважно. Ну... Ну, можно взять пробой, ладно. У меня еще 30 секунд оставалось. Хочу ли я? Наверное, хочу. Ага. Можно... Ну, посмотрим, что там. Ну, ничего интересного. Только ХП. Ё-моё, я такую имбу собрал. А, все пропало. Ой, блин, я сейчас... Это самое. Блин, скорость. Вот скорость, это... Очень плохо, что ты меня отнял. Я имбу собрал. Вот пробой и вот этот... Вот эта вот стрела Купидона. И Сатурн... Смотрите, что делает. Из-за того, что слезы сквозь врагов проходят, и они не пропадают, когда я по врагам попадаю. И остаются крутиться. Это имба. Блин, я хочу тебя покормить. Давай, кушай. Двойка, ну окей. О, это поможет мне. ХП, спасибо. Дай еще ХП, я хочу в кусачу. Ну. Блин, ну... не выйду. Ладно.
Там выпало хп, ладно, можно сходить. Правда, половинка выпала. Ну, теперь мне не надо за половинкой ходить. Ключи не жалко. У меня их... Ё-моё, вот это спасибо. Можно еще один предмет получить. Ну, такое себе. Такое себе. А? Все прям отлично. Все хорошо. Теперь забег стал... Ё-моё, что-то лагает. Теперь забег стал, ну, немного сильнее. Сам сдох. Чё за карта? Ну окей. Сейчас я на боссе тогда вот эту карту прожму. А на следующем этаже ту. Блин, я думал, они вначале вниз выстрелят, ладно. Блин. Ну да ладно. Сделка у меня уже была. Или может на этаже, где Айзек будет поражать. Не, ну я думаю, утроба сложнее будет, чем собор. Поэтому сейчас прожму. Ё-моё. Ну, ты вообще лошара не можешь ничего. Ой. Ладно, извини. Так, идем наверх. Здорово. Ай, тише, тише, тише. Кто там остался? Ну, блин, ты, конечно. А, ну, разумнее будет вот это вот. И вот так вот еще. О, здорово. Руку можно взять, в принципе. Будут красные сундуки. В них могут предметы лежать. А могут ли они меня на этом этаже в сделку отправить? Так, спасибо за... Так, с него может что-то выпасть, нет? Нет, не может. Давайте вдруг синее сердце выпадет. Пауки. Ну, не всегда они в сделку отправляют. А вот и все. О. А, ну мне это никак не надо. Давай, вот вокруг тебя побегаю. Только не убивай меня. Ну все, я думаю, челлендж выполнен. Че, у меня 5 хп, вряд ли умру. Вот у меня бы дальность еще побольше. И тогда все бы замечательно было.
Все. Челлендж пройден. Все. Всем спасибо, что смотрели. Предлагайте свои челленджи. Всем пока.